Всем привет! Хочу сегодня показать, как можно вкусно приготовить коктейль Wellness. У меня коктейль клубничный. Я его буду делать на кефире 1%. Добавлю грушу и нектарин. Для двух порций коктейля достаточно половинку груши и один нектарин. Фрукты помыла, разрезала на кусочки и добавила в емкость для взбивания. Так как кефира у меня немного, я добавлю воды. Ежедневно в нашем организме образуются новые клеточки во всех органах. Клетка состоит из белка и 20 аминокислот, 8 из которых являются незаменимыми. Они не вырабатываются в нашем организме, поэтому получать их необходимо с питанием. Если хотя бы одной аминокислоты будет не хватать, клетка будет больной. К нам на помощь приходит протеиновый коктейль Wellness, который разработал кардиохирург Стик Стен. Это хороший белок, сбалансированное питание, которое поможет остаться нашим клеточкам здоровыми. Коктейль готов. Здесь получилось 2 порции. Полезная еда.